Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Чиновники решили помочь владельцам киосков в Кирове кредитами. На эту меру власти пошли из-за собственной инициативы по обновлению внешнего вида нестационарных торговых объектов к 650-летию города. По словам предпринимателей, заменить один павильон стоит почти 1 000 000 рублей. Субсидировать это чиновники отказались, но Минпромторг и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса решили предоставлять им займы по льготным ставкам. До 5 000 000 рублей можно получить на приведение внешнего вида существующих киосков в соответствии с требованиями властей или на покупку новых. Программа «Экономика». В аграрный сектор за год влили почти 3 миллиарда рублей. Размер финансирования АПК из бюджета Кировской области составил в 2021 году 2,8 миллиарда. 2,3 миллиарда из этой суммы в качестве субсидий получили предприятия отрасли. Под конец года в бюджет были внесены поправки, предусматривающие выделение дополнительно 600 миллионов рублей. На следующий год поддержка аграриев будет снова одним из приоритетов властей, только на меры поддержки по программе развития агропромышленного комплекса – предусмотрено около 1 200 000 000. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Хорошие новости для бизнеса на ОСН. В России проиндексировали лимит по доходам для перехода на эту систему. Какие суммы и какими налогами будут облагаться в 2022-м, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Базовый лимит по доходам будет составлять 164 миллиона 400 рублей. Базовый лимит – это когда действуют базовые ставки. Для доходов 6%, доходы минус расходы – 15%. Также есть переходный этап, когда будут действовать повышенные ставки. Это если у вас сумма дохода будет 219 миллионов 200 тысяч. Ставка будет на доходах 8%, доходы минус расходы – 20%. То есть раньше было как? 150 миллионов – ты слетаешь с упрощенки. Сейчас они дали еще сверху плюс 50 миллионов и сказали: ребята, вы не слетаете вот на эти плюс 50 миллионов, а у вас действуют повышенные ставки. За какой период нужно оценивать свои доходы и в какие еще нужно уложиться параметры для применения УСН, уточняйте у специалистов. За уровень своих компания «Бухгалтер Я» отвечает. И работает, кстати, в полную силу до самого конца декабря. Звоните 213-112. Экономика. В завершение курсов валют: доллар на сегодня 73 рубля 19 копеек, курс евро 82 рубля 93 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.